Всем привет. Ну, как все знают, Голландия — это страна сыров. Вот зайдем в один из магазинчиков. Hello. Какая красота. Смотрите, какие сыры шикарные. Цена за 500 грамм. Запах, конечно, непередаваемый. Какой хочешь сыр. Колбаски, кстати, шикарнейшие, очень вкусные. Ну, все здесь шикарнейшее на вкус, это я вам гарантирую. Обязательно что-то возьмем. Соусы различные, масла. Ножики для нарезки. Закуски на любой вкус. Цены на орешки кэшью 2,20 за 100 грамм цены. Ну куда же без вина в сырном магазине. Стараюсь особо не шуметь, потому что продавца, хозяина, не спросил разрешения на съемку. Бог его знает, какая может быть реакция. Ну, думаю, что не такая, как у меня на родине могла произойти. Ну, все же. Еще раз. Какие головки огромные. Сегодня выходной, можно себе побаловать разнообразием. Вот один из моих любимых мягких сыров. Что будем еще набрать? Как головки нарезаются.